Ты могла бы спросить меня, прежде чем кого-то приглашать к нам домой. Нет, не могла. И знаешь почему? Почему, дорогая? Ты бы сказал нет. Ты ведь всегда говоришь мне нет. Привет. Привет, Анна. Раз уж они прибрутся, давай с ними поговорим. Это будет идеальный момент. Это что, угроза? Так ты скажешь им, если они придут? Что, любите подискутировать? Да мы просто обожаем дискутировать. Тогда заходите, прошу. Захотели трахаться, поехали в отель. Но нет, нет. А знаешь почему? Потому что им нравится, что мы их слышим. Знаешь, в чем наша проблема? Мы им просто завидуем. Нам давно пора поменять матрас на новый. Наш-то совсем уже... Что? Поистрепался. А у вас как с сексом дело? Совместным или по раздельности? А что еще можно делать на ковре? Трахаться. У нас все стены трясутся. Иногда мы занимаемся любовью. Это нормально. Абсолютно нормально. Ух ты! Вот достала? Да. Вы обсуждаете мои оргазмы? Хулио пялится на твою грудь? Угу. Да, постоянно. Секс находится здесь. Мы такие, какие есть. А ты, значит, раскрепощенная женщина, которая балдеет от всего этого. Думаю, это пойдет мне на пользу. Я уже забыла, что такое хороший секс. Я же говорил тебе, что не стоило их приглашать.